Барух, Ходыш Том, Урах Работай. Мы продолжаем. Арба Парашьот, законы. Бешабад, Ахар, Рош, Ходыш, Адар. Мавсиким, Леоцишны, Цифры Тора, Вакорим, Бецефер Тора, Эхад, Бильвад, Бевратата Шавуа. Шаббат после Рош Ходыша, то есть следующий шаббат, мы уже не выносим две Сефер Торы, мы выносим всего лишь одну Сефер Тору и только читаем Парашата Шавуа. И дальше, следующий раз, когда мы выносим две Сефер Торы, Бешабад, Шелифней Пурим. Шаббат перед Пуримом. Мы читаем Муцим, Ште Сифры Тора, Вкорим бе Сефер Тора, Шени бе Парашат Китеце, Захоры Дашар Асер Алеха Амалек. Мы читаем Китеце про Амалека, без радашем. Веешь ли дакдек бе креат бе Парашат Зо, улюце это Сефер Тора, Кашера, Миюхат Беотер, Шеешь бе Бетакнесет. И очень нужно быть осторожным с этим чтением, и нужно самую лучшую Сефер Тору, которая в синагоге, вынести именно для чтения Амалека. Шедаат, Роба Пуским, Арушаним, Парашат Захор, Гим, Митцват Асе, Мина Тора. Потому что это митцва из Торы, то есть это прямая митцва из Торы, это не равенское постановление. Anyway, работает сегодня Рош Ходеш, Бетрад Ашем, сегодня вечером у нас Шаббат, и мы выносим три Сефер Торы в этот Шаббат. Первый это Парашат Шавуа, второй мы выносим из того, что это Рош Ходеш Адар, Мишенихнас Адар, Марбим и Симха, заходит Адар, мы прибавляем радость, это Рош Ходеш, другая Сефер Тора, третья Сефер Тора, Бетрад Ашем, у нас сегодня будет Худох Агат, Шаббат Шекалим, этот Шаббат Шекалим, и спешл тоже автора мы читаем на этот Шаббат. Шаббат Шалом Уварах, Тискула Митцва.